майор, оружие или спот... Выберите желаемое действие. Тебе чего я хочу? Я хочу ее обнимать, оберегать и лелеять. Никто не станет нам помехой. Ведь мир театр, а люди в нем актеры.
И я сыграю свою главную роль здесь, в театре. А мои роботы помогут мне в этом. Я устрою свое лучшее представление. Пусть это будет какая-нибудь особенная дата. Да. Эта дата станет судьбоносной. Кажется, я даже знаю, какая именно. Пусть весь мир утонет в крови. Нам бы только дожить до этого момента. Но в день, когда обновление коллектива до версии 2.0 с треском провалится, мы сделаем главный шаг в жизни. Лариса. Лариса. Она станет нашей. Чего ты улыбаешься, а? Потому что ты зеркало! Осталось преисполненным. О, манье. Ужинасиква. Настройка и отладка балерин перед выступлением всегда было делом очень сексуальным. Ты так не считаешь? Прима не готова, нужно подтянуть сервоприводы. Она же как желе по сцене растекается. Вызывайте наладчика. Как были звезды капризными, так и остались. Даром, что роботы. Абсолютно невозможно так работать.
Солнце над землей, на день за ней, и радость, и мало ладно.
разговору. Вас давно не было женщины, майор. Подходите. Жалкий пес! Я покажу тебе двойственность этого мира. Все зависит от точки зрения, не так ли, Петри? Ты сам решаешь? Или за тебя решают? Неважно, с какой стороны ты смотришь на вещи. Впрочем, сверху или снизу? Слева или справа? Безмозглая собака! Ты все равно не поймешь! Thank you.
верю. У вас давно не было женщины, майор. Да! Театр имени Майи Плисецкой. Займите места согласно купленным билетам. О, эту балерину Виктор тоже взломал? Ангелы-хранители смотрят на нас. Это ты, что ли, хранитель-ангел? В жизни каждого человека есть ангел-хранитель. Но какую форму он приобретает, никому не ведомо. И может оказаться даже демон, заклятый враг, дотошный сосед или просто шипение радиоприемника. Брось шарады, придурок! Сдавайся! Зря это, Нечаев. Зря это все. Я всего лишь хотел быть счастливым со своей женщиной. Ты никогда не был счастливым со своей? Ты не знаешь, что это? Исома, ну тебя это ублюдок не спасет. Потому что... Ну откуда мне знать? Хотя, может, и жаль. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Так, все ли в сборе? Девочки, мужчины тоже тут. Извините, опоздал. Жена заболела, детей из садика надо было... Успокойтесь, Константин. Все понятно. Присаживайтесь. Да, спасибо. Извините. Итак, товарищи, зачем же я собрал вас в столь поздний час? Да. Доколе мы будем терпеть гнет буржуазного разврата в светлом доме искусства? Доколе обожравшийся деспот будет трепать наши нервы и дергать за ниточки, как извращенный кукловод? Как долго еще сальные пальцы... Извините, понесло. Я хочу сказать одно. Ласточкин, это же просто сволочь! Простите за бедность речи, но не должны наши девочки, да и некоторые мальчики, простите, как буржуазные проститутки. Так, кто у нас здесь? Мальчики, очень хорошо. И девочки, отлично. Арестовать. Thank you.
идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Понедельники взять и отменить. Вроде не без недельники, и ноги либо жить. Как на зло на острове нет календаря. Ребята, я и взрослые, пропадают зря. Ребята, я и взрослые, пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. Жив, мертв, невелика разница. Все мы лишь потоки электричества. Единички да нолики. Любая розетка об этом знает. 15.06. Крас. Да, майор. Петров совсем с катушек слетел. Анализ поведения Петрова на фоне недавнего скандала с Ларисой Филатовой позволяет сделать такой вывод. Ты его анализировал? Это распространенный сценарий. Он любил ее, их взгляды на жизнь разошлись, она его бросила, он повредился разумом. Да вроде все логично. Какие представления здесь дают? В основном балет. Последнее время особой популярностью пользуется постановка «Мирный атом в сердце робота». По случаю запуска коллектива 2.0 здесь планируется праздничное выступление. Позже пойдут программы по космической тематике в честь выхода первого советского человека в космос. Посмотрим. Вон как тут все обернулось. А ты не знаешь балерины? Здесь только балерины? Тема робосексуалов сейчас на пике популярности среди советской элиты. Робосексуальное лобби стало весьма могущественным, и, по всей видимости, в театре процветала торговля подобными услугами. Так что нет, балерины — не только балерины. Думаешь, шеф об этом знал? А сами как считаете? Ну, учитывая, каких именно роботов он выбрал себе в ближайшую охрану, получается, он сам робосек? Робосек.
Поожигал – насмешливое определение человека, вступающего в интимную связь с механизмами, как правило, полирующего себе… Тихо-тихо-тихо, ладно, пусть полирует там себе, что хочет. Не мое это дело – думать о том, что там у него с этими андроидами. Хотя выглядят они, конечно, весьма горяченько. Пока отбой. Отбой. Выберите желаемое действие. Thank you.
обновление данных. Ненавижу балет. Ненавижу напыщенных эстетов. Ненавижу работу по назначению и всю эту идиотскую систему. Улыбайся, работай, соглашайся. Поскорее бы все это уже закончилось. Вам не нравится советское общество? Мне не нравится, когда люди счастливые по указанию сверху. Разве не так должно быть? Счастливые же. Нельзя смотреть так однобоко. Счастье – продукция ручной работы. Каждое счастье – это личный шедевр. Его не производят на предприятии. Даже если это предприятие 3826. Неожиданно слышать такое от театральной буфетчицы. И снова однобокое мышление. А если я кандидат философских наук, не подумали? Или раз я буфетчица при театре, то мне только круазер, оливье, что там еще? Аттитюд да лизгон знать положено. Перестроил. Когда-то я тут заведовал всем. А впрочем, я ведь и сейчас тут всем заведую.
Ваше пальто, товарищ. Ты мог бы стать счастливым человеком, майор. Ушел бы в отставку. Нашел бы себе какую-нибудь Катю или Таню. А я бы тоже мог. Но не стал. Насчет графинчика водки. Ответствуйте, товарищи, где кошель?
должна быть первой. Я прима. Дотянуться бы до тебя и придушить. Тоже мне прима. Даже помереть первой не смогла. Цветы всегда летели мне, даже на последнем издыхании. Убери свои грабли. Эй, ты! Ты! Кто из нас мертв лучше? Я или она? Ну, думаю, ты мертва более экспрессивно. Мерси. Вот видишь. Ха, что ждать от солдатни? Иди прочь! Васильич, ты больной? Ладно, эти члены политпартии. Но ты-то куда? Тебя мало током трахало по жизни? Хочешь ему отомстить и самого трахнуть? Короче, я все видел, как ты за куклой в гардеробе ухлестываешь. Она робот, Васильич. Робот! Меня уже все спрашивают, а что это наш электрик все время в гардеробе сидит, а не на рабочем месте? Я тебя покрывать не буду. Имей совесть. Сам не позорься. И нас не позорь. А, как там было-то? 15.06. Да как его вводить-то сюда? Пароль не подойдет. Похоже, это вообще не пароль. Это же чушь собачья. Это за все рамки Стефан, уже выходит. Стефан, я не Степа. И, Марис Рудольф, какие рамки? Приличие? Единственные рамки приличия, которые у нас есть, это желание гостей. Что говорят у нас в Союзе? Что? Все во имя человека, для блага человека. И эти человеки должны уходить от нас счастливыми. Ну, никаких но. Меня... Ты отличный артист. Тебя ждет прекрасное будущее, светлое. Не стой у него на пути. Или роботы оставят тебя на обочине истории. Все, иди. Кыш, кыш. Thank you.
Это шанс. Шанс, который выпадает раз в жизни. Никаких тебе худсоветов, никаких указаний сверху, нормативов или одобрений. Бери, твори и будь, что будет. И как оно будет? Имя Ласточкина, первого в мире робопостановщика, будет греметь везде. Робопостановщик? Не, фигня какая-то. Надо подумать над названием. И над именем. Степан, это уже не про меня. Главное делать все руководство счастливыми. И тогда мне слова никто не скажет. Ух, чума. Двери пароль знает, только электрик, чтобы ему пусто было. Так ты и есть электрик? Нет, но найдешь Васильевича, убей нахуй собаку, если он еще жив. Философ хуев. Стараюсь, только пароль пусть скажет. Он и женщина про электричество болтает, узнаешь его, не перепутаешь. Раз ты че включил? Кратковременный перебой, майор. Старые записи. Теперь все системы в норме. Вижу, у вас давно не было женщины. О, ты крепкий орешек. Ни войной, ни мольбой не достучаться до тебя. Раз Сеченов сказал вас, а слушаться ты не можешь хорошо. Реши мою задачу, Петри, а я попробую достучаться до тебя в последний раз. Раскрой в себе творчество. Обратись к правому полушарию своего мозга. Нарисуй картины грядущего, и ты увидишь, к чему приведет истинный план Сеченова. Холст ты найдешь прямо здесь. У вас
вас давно не было женщины, майор. Это заметно. Режим отладки запущен. Введите команду. Да не очень-то я в этом как-то разбираюсь. Крас, давай ты. Аттитюд. Попробуем другую. Круазе по пятой позиции, с руками в третьей позиции. Ты уже управился? О, как талантливо и скоро. Вижу, тебе не привыкать видеть такие картины. Ты хочешь подобного зрелища везде? Или тебя все же устроит мирное небо, беззаботное пение птиц и пушистое ощущение уюта? Отступи! Если не хочешь слышать тяжелую поступь роботов на марше против человечества. Попробуем другую. Пассе. Попробуем другую. Первый арабеск. Все, хватит. Режим отладки запущен. Введите команду. Да не очень-то я в этом как-то разбираюсь. Крас, давай ты. Круазе по пятой позиции, с руками в третьей позиции. Все, хватит. Это что такое сейчас было? Крас. Не знаю, о чем вы, товарищ майор. Поднятый вами щебетарь сломан и молчит. Команду. Храс, покажи услугу. Выдай даме команду. Что она там хочет? Первый арабеск. Другую давай.
Или вы на пальцах в позе Крозе по четвертой позиции? Большие руки Оверже? Другую давай. Аттитюд? Другую давай. Релевые по пятой позиции в позе ФСЦ. Высокие свободные руки Валерже. Все небо в красках крови буйной. То был закат, а дальше мгла. Сеченов думает, что сможет контролировать коллектив. Закончено упражнение. Он в его понимании, но он не сможет. Ничто не может контролировать такую силу. Скажи, Петри, почему ты думаешь, что роботы убивают? Просто так? Потому что я само зло и так их настроил? Продолжай. Подумай еще. Обучение балерин проходит просто великолепно. Нужно лишь показывать им необходимые балетные позы. Жаль, что они не подключены к основному блоку нейросети. Представляете, чему их можно было бы научить? А главное, никаких полимерных инъекций. Фантастические женщины. Просто скажи название позы, вот и вся команда. И не только балетная. Режим отладки запущен. Введите команду. Раз. Твой выход. Я не в курсе, что тут надо. Батман Тандю со свободными руками. Ну что, есть еще на что посмотреть? Аттитюд. Иногда тебе кажется, что ты почти подобрался к своему главному врагу. И вот, вот настигнешь. Хватит пока. Кругом будет счастье, улыбки и радуга. Но ты не подозреваешь, насколько скрытен твой истинный враг. Даже Сеченов об этом не подозревает. И в конце всех ждет лишь пустота, бессилие, ядерный крик и легкое чувство неловкости за свою собственную тупость. Режим отладки запущен. Введите команду. Раз, пришло твое время. Ты машина умная, тебе и разбираться с умными командами. Алис Гон со свободными руками. Закончили. Узри истину, пес. Как же ты слеп к очевидному. Коллектив убьет нас всех. Сеченов просто зажравшийся дурак. Ну хорошо, хорошо, твоя взяла. Время пришло. Я открою тебе последнюю дверь к сцене. Выйди же, герой. Выйди и озари творческим светом любованную публику. Тут должно было быть настоящее представление, но его уже никто не увидит, кроме бродячей собаки. Храс! Чего этот поехавший ноет, что коллектив нас всех убьет? У меня уже в ушах звенит. Разве коллектив может быть опасен? Разумеется, нет. Это однозначно. Коллектив не может быть опасен. Опасен может быть тот, кто им владеет. То есть, ты говоришь об особых полномочиях? Именно так. Они существуют, и это данность, от которой не уйти. Альфа-коннектор, обеспечивающий полный контроль над коллективом, существует в единственном экземпляре. Ты мне сам об этом говорил, так? Допустим. И что из этого следует? Пока Альфа-коннектор находится у академика Сеченова, переживать не о чем. Вы так считаете? Конечно. Дмитрий Сергеевич кристально честный человек, герой Советского Союза, гений, благодаря которому Советский Союз стал таким, каким мы видим его сегодня.
Ты же знаешь шефа лучше, чем я, Храс. Искренне надеюсь, что это действительно так. О чем ты? Я хотел сказать, что за последние сутки произошло слишком много всего. Обилие событий заставляет взглянуть на одни и те же вещи под разными углами. Это под какими, например? Например, что произойдет, если Альфа-коннектор окажется в руках человека, задумавшего поработить значительную часть мира или даже весь мир целиком? Дмитрий Сергеевич не допустит этого. Молотов мертв, больше отобрать у него Альфа-коннектор некому. Даже если и есть, то до понедельника они ничего не успеют сделать, а после его будет охранять весь коллектив. Это точно. После запуска Сеченова будет охранять весь коллектив в полном составе. Я имел в виду Альфа-коннектор. То есть? Вы тоже пришли к выводу, что академик Сеченов не станет уничтожать Альфа-коннектор после запуска коллектива? Ну, это я так просто сказал. Я об этом не думал. Может быть, особые полномочия пригодятся ему для своей гениальной научной деятельности. Разве для нее нужны особые полномочия? Неужели объединившиеся в коллектив люди откажут в деловой потребности гению, который сделал возможным их эволюционный скачок? Вот вы бы отказали, товарищ майор? Ну, я бы... Петров рядом. Что-нибудь посоветуешь? По теме вопроса. Виктор изрядно перенастроил театр. Арестовать его будет непросто, даже если принимать в расчет его очевидное психическое расстройство. Подготовься тщательно и не пропускайте очередной удар от Вовы. Касательно вашего состояния предложено. Ну-ну. Ну-ну? Это еще что такое? Ну-ну, майор. Все будет хорошо. Это автоматическая фраза поддержки от тупой машины. Вы стали неплохо разбираться в алгоритмах моего программного обеспечения. Это похвально. Ну-ну. Причем тут творчество и убийство? Что несет эта выхухоль? Я провел диагностику вашего тела. Несколько внутренних элементов имеют заблокированный доступ. Теоретически к этим областям и пытается обратиться Петров, чтобы повлиять на вас. Как и вы, он находится в радикальной стадии психологического напряжения. Какие еще внутренние элементы? Вернее, их отсутствие. Скрытые недиагностируемые области отмечаются как пробелы в моем программном обеспечении. Возможно, это полимерные полости из-за часто используемых способностей перчатки или пулевые ранения. В голову. Да ёбаный пирог. Думаешь, у меня пуля в башке застряла? Я могу произвести более глубокий анализ. Возможен болезненный опыт. Рвота, потеря сознания и продолжительная мигрень после диагностики. Вот только не лезь мне в башку, Храс. Вернемся с задания, я подниму медицинские карты. Коллективом никто не будет владеть. Академик Сеченов запустит коллектив, и все в нем будут равны. Гениальные ученые высшей борьбы за власть и прочих мелких дрязг. Выберите желаемое действие. Майор, оружие или способность?
Ну все, попался, говнюк. Это твой последний номер. Слышь, ты ублюдок? Спектакль окончен. А вот и ты. Вечно дышишь мне в спину. Где доктор? Лариса, она меня бросила, представляешь? Я даже не знаю, где она, может быть, уже мертва. А что с Молотовым? Неужели он поверит словам Сечина? Молотов мертв. Тогда все понятно. Что тебе понятно? Коллектив активирует, и на этом все кончится. Кончится? А что плохого в том, если все будут отдавать мысленные команды роботам? Блядь, ведь ты ж, сука, сам создал эту систему! Потому что я не знал, как ее собирается использовать Сечинов. Уж точно не так, как ты. Он не собирался никого убивать. Ха! Серьезно? Ты правда в это веришь? А с чего тогда эти мирные роботы кинулись крошить всех подряд? Потому что ты их всех перепрограммировал! Ха-ха! Да неужели? Господи, какой идиот! Ты хоть представляешь, сколько времени занимает прописать функциональный алгоритм действий? Хотя бы для одного робота. А тут их десятки моделей. Ничего. А то, чтобы его режим был заложен в них еще на этапе конструирования, другое дело. Что никто не планировал применять его на территории СССР, и тут действительно постарался я. Но уверяю тебя, то, что задумал Сечинов, намного, намного хуже. Я просто обязан его остановить. Хватит! Мне надоел этот бред, который творится у тебя в башке. Ты сейчас же мне расскажешь, как вывести роботов из боевого режима. Прости. Этого не будет. Еще как будет. Я все подготовил. Стой! Этот день должен был стать... Что я сказал? Особенным для нас. В день запуска коллектива я хотел сделать ей предложение. Символично, что это произойдет именно здесь, в театре. Передай это Ларисе. Блин! Твою мать! Твою мать! Ну все, пиздец. Блять. Ебать ты, клоун. Вот теперь ты точно мертв. Сука! Бодрей вызывает Челомей. Прием. Наконец-то. Виктор, у тебя? Петров покончил с собой. Довольно изобретательно, и... я не смог этому помешать. Да что ж такое? Голова цела? Голова не пострадала, лежит у меня под ногами. Сохрани голову, Петри. Я высылаю тебе специальный контейнер. Положишь ее внутрь. Автоматика все сделает сама. Ты ошибся. Ты ошибся снова. Ты ошибся. Ты ошибся. Ты ошибся снова. Ты будешь. Ты ошибся. Ты будешь жалеть себя. Ты будешь жалеть себя. Представление. Сегодня вы увидите дебютирующую звездочку нашей программы. Девушка может немного стесняться. Номер до конца не отрепетирован, но шероховатости мы поправим в процессе. Впрочем, они только добавят шарма. С невероятным удовольствием я представляю вам нашу куколку. Но...
Сейчас, Валерий, я тебя удивлю. Майор, вы... Молча! Давай сейчас вот просто молча, лады? Сынок, ты обыскал тело Петрова? У него при себе не было пары золотых колец с литерной маркировкой? Никак нет, Дмитрий Сергеевич. При себе у Петрова ничего не имелось. Понятно. Не теряй времени. Направляйся в комплекс Павлов. Так точно. Уже спешу. Иди сюда. Ты еще кто? Повежливее. Я Стефан Ласточкин, художественный руководитель театра имени Майи Плисецкой и гений, создавший здесь все это великолепие. Ладно, неважно. Просто оттащи мое тело ко входу. Когда явятся спасатели, я хочу, чтобы меня нашли первым. Мое великолепное тело будет на всех обложках. И не только в Союзе. Ну давай, туловище. Чего ты стоишь, как дебютант? Тебе директор театра приказывает. Так это ты тут все в бордель превратил? Ах, очередной тополобый ханжа. Я давал людям то, что они хотят и заслуживают. Все продаются и покупаются. И у каждого человека на душе висит ценник. Нужно лишь подобрать к нему способ оплаты. А не слишком ли ты охуел для трупа? Да ладно, ты что, оскалил зубки? Какая восхитительная экспрессия плебея. Но запомни, мальчик, то, что ты показываешь характер, вовсе не говорит о том, что этот самый характер у тебя есть. Слушай, давай уже делай то, что тебе велят. Ты прислуга Сеченова, тебе не привыкать исполнять команды. Мне уже не интересно с тобой болтать. Oh.
представляешь? Он мне говорит, а в финале мы выпустим на сцену эту огромную милашку. Да, блять, это старая модель, да и программировать ее сложновато. Я вот думаю, может лучше... Это моя постановка, и я решаю, что лучше. А вы, товарищ программист, либо делайте свою работу молча и с улыбкой, либо выметайтесь из моего театра. Товарищ режиссер, я вас прекрасно понимаю. Я просто хотел поинтересоваться, не хотите ли вы что-нибудь потяжелее? И вот вы мне снова начинаете нравиться. Что же имеете предложить? Это будет грандиозно. Вы просто умрете. Я включил щебетать на запись, Виктор. Таков регламент. Это наш первый сеанс. Пожалуйста, расскажите о себе. Какой вы человек? Уверен, я добропорядочный гражданин Советского Союза и надежный член общества. Мною движет наука, а мою жизнь наполняют два важных направления моей мысли. Это любовь и роботы. Нет, я определенно уверен. Я хороший человек. Товарищ майор, опишите свое текущее состояние. Я регистрирую потерю внимания и мощный эмоциональный всплеск. Состояние, блядь? Да в ахуе я просто, ёпта! Я снова провалил задание. Что со мной происходит? Виктор мертв, у меня его башка. А Сеченова, блядь, это устраивает, понимаешь меня? Нет, товарищ майор. Я разные вещи делал, но я не таскал человеческие головы как трофей. Ты видел этого огромного робота в театре? Боевой робот в театре ХРАС. А знаешь, что бесит больше всего? Нет, товарищ майор. Кольцо! Ёбаное, блядь, кольцо, которое мне дал этот ёбаный Петров! Знаешь, почему меня это так бесит? Нет, товарищ майор. Вот и я не знаю, сука. Ладно, нормально. А, я нормально, нормально. Так, нам в Павлов. Идеи есть? Секретный комплекс «Павлов» находится на отдаленной территории предприятия 3826 «Сахалин». Проложить туда пеший маршрут довольно сложно, учитывая большие скопления врагов. Я бы предложил передвигаться на транспорте. И, товарищ майор, самое время улучшить свой арсенал настолько, насколько это возможно. Будет не лишним поискать научные полигоны предприятия. А, ну все, поплакались. Погнали дальше. Ну-ну, майор, как скажете. Выберите желаемое действие. Сохранение данных.
Невиновен. Сеченов безумен, не я. Это его роботы. Они мои. Он создал их такими, как я был слеп. Столько крови вокруг. Он сделал так, чтобы никто не обратил на нее внимания. Всем будет похуй. И только я один сопротивляюсь этому. Кровь на моих руках оправдана. Что насчет Сеченова? Что насчет его тупого пса? Все готово. Бегу со всех ног. Для передвижения между научными комплексами рекомендую воспользоваться автомобилем. На поверхности произошел всплеск активности ростков побега. Снаружи все кишит култышами. Мутантами. Култышами. Учту. Это все? Один вопрос. Филатова здесь не было. Я понимаю. Вы не находили на теле Петрова золотых колец? Два кольца с литерами бета-1 и бета-2 на внутренней стороне. Нет, не было у него с собой ничего. Конец связи. Сохранение данных. Внучок, ты как там, касатик? Жив-здоров? Бабзина. Давно не виделись. Да ни хрена я не уверен в том, что здоров, но, по крайней мере, жив. Слыхала я, что ты все же добрался до подлеца Петрова. Оперативно ты. Да, добрался я до него. Или он сам до себя добрался, прежде чем я до него добрался. Ничего, внучок.
Раз голова его у тебя, стало быть, скоро все это закончится. И ты отдохнешь. Уже мечтаю об этом, баба Зина. А ты не против, если я загляну к тебе чайку попить? Заходи в любое время, касатель. Да, кстати, ты пока Петрова ловил, колечек литерных не находил часом? Две штуки. С виду на золотые похожи. Нет, баб Зин, не встречал. На трупе Петрова вещей не было. Ну да ладно, неважно. Ты, главное, береги себя, внучок. И заходи, если что. Почему вы обманули всех, товарищ майор? Предатель Петров отдал вам эти кольца перед смертью. Потому что все обманывают меня. Даже Дмитрий Сергеевич, чего я не ожидал. На каком основании вы сделали такой вывод? Сопоставил слова Петрова с фактом. Вас не затруднит объяснить подробнее? Петров сказал, что боевой режим был заложен в роботов еще на стадии конструирования. Что запрограммировать все модели он бы физически не смог. А ведь это правда, мать его. Почему вы так решили? Да потому что Петров слюнтяй, слабак и тряпка. Короче, программист он, а не боец. А роботы дерутся со знанием дела. Он бы не смог запрограммировать их так, раз сам не умеет драться. Эта гребаная Наташа была вооружена ракетами. Откуда? Это же просто строительный робот. Петров не мог установить на нее пусковые установки. Он же не технолог. Не мог он процесс производства роботов ни взломать, ни поменять. Он ввел в заблуждение центральный узел, выдав ни в чем не повинных людей за солдат армии вторжения, но не больше. Так откуда у строительного робота встроенные ракетные установки? Откуда у гражданской драфы встроенная пушка Гаусса? Откуда у сипухи пулемет? Да и вообще признаков полно. Просто я не смотрел на них так, как ты сказал, под другими углами. К сожалению, проанализировав ваши слова, я прихожу к аналогичному выводу. Тем более, что ваши подозрения оказались более реальными, нежели вы считаете. Это в каком смысле? В прямом. Послушайте запись, я воспроизведу. На какой ответственности вы говорите, товарищ Сеченов? Вы понимаете, что если в США узнают о том, что ваши машины способны по щелчку пальцев переключиться в боевой режим, то на вашем проекте можно поставить крест? К моему глубокому прискорбию, я не обратил должного внимания на эти слова. Роботы способны переходить в боевой режим. Я посчитал, что это образное выражение, посредством которого Молотов предъявлял претензии академику Сеченову. Теперь ясно, что Молотов говорил буквально. Политбюро с самого начала было в курсе, что у советских мирных роботов есть боевой режим. Значит, операция «Атомное сердце» действительно существует. Петров не лгал. Академик Сеченов вместе с Политбюро хотят захватить США и весь мир. Что вы собираетесь делать теперь? Думать. Почему все так охотятся за этими кольцами? Вы об бета-коннекторах? Потому что они действующие и в то же время считаются несуществующими. То есть никто не докажет, что они есть?
Даже коллектив после запуска? Особенно коллектив после запуска. Для коллектива те, кто будет подключен к нему через бета-коннекторы, попросту не будут существовать. А сами они будут видеть коллектив? В полном объеме. Носитель бета-коннектора не сможет влиять на коллектив изнутри, ибо его для коллектива не существует. Но он будет в курсе всего, что происходит внутри коллектива, как любой официально подключенный к нему человек или робот. А официально подключенный к коллективу человек или робот сможет при желании отключиться от коллектива? Можно же просто снять с себя мысль, разве нет? Полагаю, что да, можно. Полагаешь? То есть ты не уверен? Или ты тоже мне что-то недоговариваешь? На эту тему у меня недостаточно данных, товарищ майор. В любом случае, ничто не мешает человеку снять с себя мысль. Этот прибор надевается на голову, а не имплантируется в череп. Это радует. Петров, скотина больная, правдолюбец долбанный, мать его. Сколько крови пролил, так теперь из-за него побеги мутировали. Вряд ли Петров хотел подобного результата. Он не генетик и не селекционер. Он не мог предугадать всех последствий сбоя. Тогда нехрен было его устраивать. Столько людей полегло. А этим с побегами вместо башки вообще пришлось умирать дважды. Сначала от роботов, а теперь вот от меня. Моральная позиция Петрова не подлежит оправданию. Я с вами полностью согласен. Да нахрен Петрова, он уже сдох. Людей жаль. Я после войны служить остался, чтобы вот этого всего не случалось, а тут... Мне искренне жаль, товарищ майор, что все так получилось. Thank you.
ёбаный босс. Майор, оружие или способности?
Авторизация. Майор. Петров, скотина больная, правдолюбец долбанный, мать его. Сколько крови пролил, так теперь из-за него побеги мучим. Вряд ли Петров хотел подобного результата. Он не генетик и не селекционер. Он не мог предугадать всех последствий сбоя. Тогда нехрен было его устраивать. Столько людей полегло. А этим с побегами вместо башки вообще пришлось умирать дважды. Сначала от роботов, а теперь вот от меня. Моральная позиция Петрова не подлежит оправданию. Тут я с вами полностью согласен. Да нахрен Петрова, он уже сдох. Людей жаль. Я после войны служить остался, чтобы вот этого всего не случалось, а тут... Мне искренне жаль, товарищ майор, что все так получилось. Ты урод.
Бери поразденное. Thank you.
Крас, то есть никто не может загнать человека в коллектив силой? Петров ошибался? Не совсем. То есть как это не совсем? Если я не член коллектива, как коллектив может узнать об этом? Методом от противного. Допустим, вы проходите мимо робота. Робот идентифицирует вас как человека, но на вас нет прибора мысли. И данный робот не получает от вас мысленных команд в ответ на свой запрос. Он понимает, что я вне коллектива и докладывает об этом остальным. И все остальные начинают меня гнобить, так что ли? В общих чертах, да. Но я же могу надеть мысль, пройти куда мне надо, сделать все, что мне требуется, а потом эту мысль снять. Разве не так? В общих чертах, да. Тогда зачем все так дергаются относительно этих колец? В точности утверждать не могу. Может, это вопрос личного комфорта. Прибор мысли после каждого надевания придется настраивать заново. Кольцо же просто снял и надел. Никаких хлопот. Что-то как-то слишком просто.
Сохранение данных.